Низкие уровни витамина В6 пиридоксина в сыворотке связаны с гипертонией у людей. Одно исследование на людях, проведенное одним из исследований, показало, что высокие дозы витамина В6 в дозе 5 мг на килограмм в сутки в течение 4 недель значительно снижают артериальное давление на 14 или 10 мм ртутного столба. Витамин В6 является кофактором нейротрансмиттеров и синтеза гормонов в центральной нервной системе. Увеличивает синтез цистеина для нейтрализации альдегидов, усиливает выработку глутатиона, блокирует кальциевые каналы, снижает центральный симпатический тонус и снижает чувствительность органов мишени глюкокортикоидам и минералокортикоидам. Уровень витамина В6 снижается при хронической терапии диуретиками и гемпиролактамами. Таким образом, витамин В6 имеет действие подобно центральным альфа-агонистам, диуретикам и блокаторам кальциевых каналов. Рекомендуемая доза составляет 200 мг в сутки перорально.